Приветствую вас, друзья! Вы на канале Трубадур Микс. Сегодня, по вашим просьбам, мы с вами разберем социальный канал ТВ Маэстро и узнаем приблизительный доход с монетизацией на YouTube. Приятного просмотра! Кратко расскажу о самом канале. Автор канала Александр рассказывает о жизни бездомных и бомжей, а также оказывает им всевозможную помощь. Александр также занимается ремонтом и реставрацией мягкой мебели, так что на его канале вы можете встретить подобного рода ролики. Видео и онлайн-трансляции на канале выходят практически каждый день. Если вам интересен данный канал, ссылку на него вы найдете в описании. На канале 6240 подписчиков. Последний ролик был загружен несколько часов назад. Самый первый ролик на канале появился 9 лет назад. Он называется «Перетяжка реставрация мягкой мебели». Он набрал 21 тысячу просмотров. Самый популярный ролик на канале появился 3 недели назад. Он называется «Свадьба в Савеловке. Идиоты уровня дока». Он набрал 22 тысячи просмотров. На втором месте ролик опять тот же про мебель. Давайте мы его пропустим, не будем брать в расчет. Возьмем ролик, который появился 2 недели назад. «Ксюша, эскортница, выходит замуж». Он набрал 18 тысяч просмотров. И на третьем месте ролик, который появился 3 недели назад, «Москва, Новый Уренгой, Денис, блогер Смышляев». Этот ролик набрал 17 тысяч просмотров. А теперь давайте посмотрим статистику и узнаем приблизительный расчетный доход канала. Для этого воспользуемся сайтом Social Blade. По данной статистике мы видим, что суммарное количество видео на канале 366. Количество подписчиков 6130 немного не совпадает со статистикой YouTube. Суммарное количество просмотров 1 552 000. Страна регистрации канала – Россия. Дата регистрации канала – 27 января 2011 года. Категория канала – B-. За последние 30 дней на канал подписалось 1350 человек, что на 26,2% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 495 тысяч раз, что на 5,4% больше предыдущего периода. Приблизительный расчетный доход канала составил от 124 до 2000 долларов, в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Чтобы рассчитать приблизительный расчетный доход для России, мы воспользуемся калькулятором сервиса Wattstat. Для этого скопируем количество просмотров за последние 30 дней. Итак, видим, расчетный доход за последние 30 дней составляет от 163 до 204 долларов. Возьмем максимальный доход и посчитаем, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу доллара. Приблизительно сумма дохода составляет около 15 тысяч рублей. Воспользуемся сервисом Wattstat и проверим, сколько канал заработал за все время. Расчетный доход за все время составляет от 514 до 643 долларов. Вернемся на Social Blade и посмотрим статистику по количеству подписчиков и просмотров в последние месяцы. Хочется обратить внимание, что ежедневно на канал в среднем подписывалось 45 человек, за неделю 315 человек и за последние 30 дней, как мы уже знаем, подписалось 1350 человек. По графикам ниже мы можем наблюдать, что в последние месяцы канал довольно неплохо поднялся по подписчикам и просмотрам. Но в марте, судя по статистике, будет еще больше просмотров. Статистик у нас не так много, поэтому давайте заглянем в прогнозы для этого канала и посмотрим, что по этому поводу выдаст нам сайт Social Blade. Итак, при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, через год на канале будет около 49 тысяч подписчиков, а через 5 лет количество подписчиков достигнет более 800 тысяч человек. И в заключение посмотрим, сколько, по мнению нейросети, в среднем по YouTube с даты создания канала по сегодняшнему курсу доллара заработал бы канал. Результат канала ТВ Маэстро – 93 тысячи рублей. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Пока!